Всем привет снова. Здравствуйте, ZBrush семерочка. И давайте разберемся, как сделать карты глубины. Именно чем нам может помочь ZBrush, чтобы не прибегать, допустим, к фотошопу. Вот модель с предыдущего ролика со Sculptris Alpha 6. Что сделаем? Давайте его немножко подкорректируем. Сделаем так, дубликат. И сделаем вот этой модельке, давайте, Dynamesh. Геометрии, Dynamesh. И чуть-чуть резолюцию побольше поставим. Жмем Dynamesh. Ждем и смотрим, что будет дальше. Так, вот такая сетка получилась. Вот так все это у нас выходит. Добавим Ctrl-D. 675 тысяч, нормально. И теперь давайте спроецируем вот с этой второй модели детали именно вот на эту. Жмем глаз, включаем видимость и жмем Projectile. Так, Projectile сделан. Вторую Subtool можно теперь удалить. Жмем Delete, окей. Смотрим, что с первым. Ну, качество хорошее, пойдет. Теперь Ctrl-Shift. Так, Shift, левая кнопка мыши. Выравниваем модель. И давайте теперь все это дело обрежем. Trim Rect. Так, и теперь Ctrl-Shift ставим Trim Rect. И давайте вот это все дело обрежем зад. Так, зад обрезан. Надо еще чуть побольше его взять. Вот так вот немножко еще подберем. Вот такая моделька теперь получилась. Ничего так прикольно. Немножко теперь ротации все это дело повернем. Выровняем вот так вот. Вот таким вот образом. И вот что теперь можем с этим сделать. Делаем Ctrl-W. Смотрим, что тут у нас получилось. Вот такая модель. Теперь заходим. Можем зайти просто в альфу. И нажать Grab Dog вот здесь. Также можно нажать альфу. И зайти Transfer. Вот это Transfer. И нажать Grab Dog тут. Нажимаем Grab Dog. У нас появляется вот эта карта глубины. Вот она. Теперь заходим в альфу левой кнопкой мыши и находим экспорт. Экспортируем вот эту карту глубины в любую папку или, допустим, на рабочий стол, куда вам удобнее сохранить. Сохраняем. Экспорт. И вот можно сохранить в формате PSD, можно в BMP идти. Сохраняем в BMP, сохранить. Все, карта глубины сохранена в формате BMP и в PSD. PSD для фотошопа, если что-то там доработать. А именно BMP нам понадобится, чтобы переделать формат Paint. Допустим, в JPEG или в другой какой-нибудь формат, чтобы можно было, программа ее могла принять. Так, давайте откроем теперь, наверное, план 3D. Сделаем Make Poly. Вытянем. Edit Shift. Левая кнопка мыши, выравниваем. Добавляем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Ставим на стандартную кисть граб. И давайте посмотрим, как это все дело тут нанесется. Ctrl-Z. Немножко уменьшим. Еще добавим дивайдов. Ctrl-D. Можно даже побольше, чтобы качество было лучше. И вот так все это дело. Установим.
Ctrl-Z. Уменьшить немножко. И вот так вот ее здесь давайте покрутим, поставим. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Вот такая модель получается карты глубины, которую мы сделали в ZBrush и в ZBrush применили. Также можно эту карту глубины использовать в скульпте с Альфа 6 и делать карты глубины с любой вашей модели, которая у вас есть. Вот такое вот панно может получиться с любой модели, которая у вас есть, которую вы сделали, или, допустим, можно получить модель с картинки. По прошлым видео я кину ссылки под видео, как что делать. И вот с этих моделей, которые вы с любой картинки сделаете, потом можно делать карту глубины и уже использовать карту глубины для вот таких вот изделий. Все, всем пока, до свидания.